Я в нем еще не регистрировался, поэтому регистрироваться буду на ваших глазах. Чем этот проект интересен? Это новая криптовалюта, которая называется вот UTN. При регистрации мы получаем 50 токенов. Абсолютно бесплатно, достаточно просто пройти регистрацию. До конца получения бесплатных токенов осталось всего 5 дней, поэтому советую не тянуть с этим и регистрироваться сразу же после просмотра видео. Что я хотел бы об этом сказать? Эти токены довольно быстро растут в цене, потому что еще 30 сентября один токен стоил 1 цент. На сегодняшний день один токен стоит $10. И к Новому году стоимость этих токенов обещает вырасти просто баснословно. Напомню, что сейчас еще в течение 5 дней мы сможем получить их абсолютно бесплатно. И давайте еще пару слов. Здесь есть ссылка, на которую, перейдя, мы сможем посмотреть некоторые подробности. Правда, на английском. Давайте я сделаю перевод на русский язык. У этой криптовалюты будут очень быстрые транзакции, более разумные контракты и полностью настраиваемая блокирующая цепочка. Тут смотрим, до конца регистрации ICO заканчивается через 5 дней, 6 часов 55 минут. Дальше идет перечисление проблем биткоина, эфириума и преимущества этой UTN. То есть блоки биткоина и эфириума набираются очень медленно и стоят очень дорого. Также стоимость транзакций у этих криптовалют высока. И постоянно стоимость этих транзакций растет. И одна из самых таких серьезных проблем – это низкая скорость транзакций. И UTN это по сути является решением всех этих проблем. Это значит низкая стоимость транзакций, чрезвычайная быстрая скорость этих транзакций, ну и также высокая ликвидность и умные контракты на блокчейн. Давайте посмотрим разницу в транзакциях. Вот, UTN позволяет проводить 20 тысяч транзакций в секунду. У эфириума всего 15 транзакций в секунду, а у биткоина всего 3 от 3 до 6 транзакций в секунду. Ну здесь сразу видно, что разница просто фантастическая. Время проведения транзакции у Универса, ну так называется система, по которой работает UTN, всего составляет 2 секунды. Транзакция с эфириумом длится в среднем 3 минуты. А транзакции с биткоином могут проходить в течение часа, и кто пробовал делать транзакции с биткоином, бывает даже намного дольше. Ну тут, если дальше посмотреть, разработчики этой платформы, команда, которая занималась этой криптовалютой. Ну мы не будем на этом долго останавливаться, если хотите, почитайте все сами. Мы сейчас перейдем конкретно к регистрации. Возвращаемся на страницу регистрации. Для регистрации нажимаем кнопку Sign In. Можно зарегистрироваться через Facebook, Google, ну давайте через почтовый ящик, через e-mail. Здесь у нас username и password, это для тех, кто уже зарегистрирован. Нам нужно нажать Or Registered. Здесь вписываем свое имя. Дальше ваш действующий e-mail, придумываете себе пароль. И нажимаем зарегистрироваться. Дальше идем на почту для подтверждения регистрации. Вот оно письмо, открываем и переходим по ссылке. Мы с вами получили бесплатно 50 токенов UTN. На сегодняшний день каждый токен стоит $10, то есть это $500. И плюс еще каждый партнер, который регистрируется по вашей партнерской ссылке, приносит вам еще дополнительно 2,5 токенов UTN. Свою партнерскую ссылку вы можете найти вот здесь. Нажимаем Share Get More UTN. И здесь ваш Copy Link есть кнопка. Нажимаем кнопку Copy Link. Вот она ваша партнерская ссылка. На мой взгляд, потрясающая возможность сейчас абсолютно без вложений получить большое количество токенов. Время еще есть, хоть и немного, но есть. Итак, друзья, ссылка для регистрации, как всегда, находится под этим видеороликом в описании. Советую не тянуть время, как можно быстрее зарегистрироваться и пригласить еще кого возможно, чтобы получить еще больше токенов. Как вы сами поняли, сейчас у нас есть возможность получить их бесплатно. Через 5 дней эта возможность, все, она закончится.
На этом я, пожалуй, закончу свой короткий видеообзор. Всем удачных заработков. Ставьте лайки, дизлайки, пишите свои комментарии.